Весна, мода, Италия. Сегодня ближе познакомимся с продукцией итальянских дизайнеров, а также узнаем о стиле все. Все такие стильные, я не могу. За день, два, три подготавливаются образы, каждый день какой-то новый образ. Я одеваюсь по-модельски, мода это то, что одевают и в моде, и в журналах. Нужно просто постоянно чекать все новости, которые появляются на мировых подиумах, и, наверное, питать оттуда вдохновение. Золотой совет Коко Шанель. Минимум сложных украшений. Только большие серьги. Исключение. Надо выработать свой стиль сначала, а потом его поддерживать. Я очень люблю различные аксессуары. Я думаю, такой тандем очень красиво. Спасибо. Для того, чтобы быть стильным, нужно найти дизайнера, который прям одевает тебя. Сейчас будет реклама. Ты даришь мне тюльпаны. Это моя песня. Твоя любовь такая странная. Говори, что я самая модная. Мода позволяет нам выразить наше душевное качество и открыть нашу личность. Даже так? Наш любимый предмет в одежде. Шуба. Шуба? Шубка. Как же выглядит шуба? Вот она лежит. Когда по цвету все идеально подходит. Вот. Но под глаза вам подходит. Короче, я. Модный? Да. Свободный пиджак и платье в пол. А как у меня, подойдет? Конечно. Представил. Оказывается, вот как это называется. Как часто нужно покупать одежду новую? Каждый месяц. Каждый месяц новая одежда. Правда, что вы готовили обувь для Мадонны? Да, и не только не для Мадонны, не только для Мадонны. Allora, Madonna un 38, però porta il plateau. Почти как у меня. Самые крутые дизайнеры, которые захотят завоевать белорусский рынок. Хотят завоевать наш рынок, чтобы мы у них все покупали? Они говорят, что самые красивые женщины находятся в Беларуси. И ну, Лея un 38. 40. 40. 40, non abbiamo qua. Я слишком большая нога. Do you like Belarus? Belarus. И климат. Хороший климат. Климат? Only климат, а woman, там, girl? All. Подберите мне что-нибудь итальянское, красивое, чтобы я ушла отсюда совсем другой женщиной. Итальянского мужчину? Не-не-не, я сегодня только по одежде. Вот, вот это по мне. Ну как? Good? Come on. Okay. Oh. Good? Beautiful. Это что, подарки? Так, все, мне уже нравится это мероприятие. Зовите меня почаще. Thank you so much. Thank you. Два. Два? Окей. Три, окей. La nostra canzone d'amore che va. До встречи на модных улицах. Приходите на фотку.